Здравствуйте! Продолжаем наше путешествие по польскому языку. Дело это очень интересное, увлекательное и полезное, особенно в наше время. На этом уроке мы познакомимся с вами с несколькими прилагательными. Например, трагический по-польски трагичный, экономический – экономичный, экономичный, политический, политичный, логический или логичный, логичный. А теперь давайте вспомним, как сказать «я готов». «Jestem gotowy», если это говорит мужчина. Женщина скажет так. Jestem gotowa. Я готова. Это готово. То есть готово. То есть прилагательное должно иметь соответствующее окончание. Если это прилагательное сочетается с существительным мужского рода, тогда оно имеет окончание «и». Если это прилагательное женского рода, тогда «а». Ну и если прилагательное среднего рода, окончание «э». То есть «jestem gotowy», говорит о себе мужчина. «Jestem gotowa», говорит о себе женщина. И «то есть готовое». Мы говорим о каком-нибудь предмете. Это нелогично. То не есть логично. Это нелогично, но очень практично. То не есть логично, але есть бардзо практично. И вот интересный момент. Прилагательное ставится после существительного. Вот мы говорим политическая ситуация, а поляки говорят ситуация политическая, то есть ситуация политична. Как мы скажем экономическая ситуация? Ситуация экономична. В Польше? В Польсце. Экономическая ситуация в Польше очень хорошая. Ситуація економічна в Польщі є дуже добра. Інтересна, цікава. Політична ситуація в Польщі. Ситуація політична в Польщі. Політична ситуація в Польщі дуже цікава. Ситуація політична в Польщі є дуже цікава. Політична і економічна ситуація. Ситуація політична і економічна. Політична і економічна ситуація в Польщі інтересна? Спросимо ми. Чи ситуація політична і економічна в Польщі є цікава? Давайте вспомнім, як сказати «це готово». То є готове. Це цікаво. То же саме окончання. То є цікаве. Ця опера дуже цікава. Не забываем о том, что ударение должно падать на предпоследний слог. И опера женского рода. Та опера есть бардзо цікава. Этот фильм интересный. Тен фильм есть цікавий. Это очень интересно. То есть
Бардзо чекаве. Это интересно, спросим мы. Чито есть чекаве? Это неинтересно. То не есть чекаве. Все интересно. Вшистко есть чекаве. Ничто, ничего по-польски ниц. Это ничего, то есть ниц, то ниц. Ничто не интересно. Кстати, обратите внимание, что в польском предложении, как и в русском, в украинском предложении, возможно наличие сразу нескольких отрицательных слов, то есть слов с отрицательным значением. В данном случае ничто и не. Два слова с отрицательным значением. Ниц не ест чекавы. У меня ничего нет. Не мам ниц. Или ниц не мам. Я ничего не читаю. Ниц не читам. Я ничего не знаю. Ниц не вьем. Я ничего не понимаю. Ниц не разумеем. Я ничего не читаю, но все знаю. Ниц не читам, але вьем вшистко. А или но? А, как и в русском языке. Я ничего не знаю, а вы все знаете. Обращаемся к женщине. Я не въемнец, а пани въевшистко. Или можно сказать по-другому. Я ниц не въем, а пани въевшистко. Если человека интересует какая-то ситуация, он говорит, интересно, ну, например, интересно, какая сегодня погода, или интересно, что это. Он говорит, естем чекавый, или чекавый естем. Так может сказать о себе мужчина. А женщина скажет, интересно, чекавый естем. Интересно, что это, скажет мужчина. Чекавый естем, что то есть. Интересно, что это, говорит женщина. Чекавый естем, что то есть. Женщина скажет, интересно, что здесь. Чекавый естем, что тут есть. А мужчина скажет, интересно, что там. Чекавый естем, что там есть. Интересно, это готово? Спрашивает мужчина. Чекавый естем, что есть готове. А женщина интересуется, интересно, где конференция? Чекавый естем, где есть конференция? А очень важное слово туалет. Туалета. Интересно, где туалет? Говорит женщина. Чекава естем, где есть туалета? То же самое интересует мужчину. Интересно, где туалет? Чекавый естем, где есть туалета. Университет по-польски университет. Вообще странное немного слово, потому что, ну, мы же помним, что ударение должно падать на предпоследний слог. А здесь это правило нарушается. Университет. Извините, где университет?
Przepraszam, gdzie jest uniwersytet? Извините, банк близко? Przepraszam, czy банк jest близко?